Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Водителей в России предложили освободить от штрафов с камер. Не всех, а только тех, что управляют машинами со спецсигналами. Соответствующий законопроект подготовлен в Госдуме. По словам его авторов, автомобили с мигалками находятся на балансе госорганов. И получается, что, присылая письмо счастья, государство наказывает само себя. К тому же нередки случаи, когда обязанность оплатить штраф перекладывают на плечи, вернее, карман водителя. Трасса 101. Снова поползли слухи о том, что действия системы «Платон» хотят распространить на легковые автомобили. То есть придется платить за проезд по федеральным трассам. В качестве даты X называется в том числе 2025 год. Однако, сообщает издание «За рулем», власти ни о чем таком пока не думают. Даже якобы намеков нет в виде подготовки нормативно-правовой базы. Трасса 101. Ульяновский автозавод снова поднял цены на свою продукцию. Всю свою продукцию. «Патриот» подорожал на 10 тысяч рублей. Его новый минимальный ценник – 928 тысяч. На «Хантер» накинули сразу двадцаточку. Теперь за него просят минимум 814 тысяч рублей. Это как, например, новый «Киа Рио». В предыдущий раз УАЗы дорожали в августе. Почему это так часто происходит, на предприятии не поясняют. Трасса 101. Устраивает ли вас, как работает мультимедиа в автомобиле? Британцев вот нет. Около трети опрошенных в Соединенном Королевстве автовладельцев заявили, что у них постоянно возникают проблемы. Например, Bluetooth не работает, смартфон не коннектится, навигатор зависает. Поэтому далеко не все водители на берегах Туманного Альбиона довольны тем, какое развитие получили автомобильные медиасистемы. Порядка половины респондентов считают, что все это только отвлекает от вождения. Трасса 101. Включить автопилот, откинуть водительское кресло и поспать. Мечта? Реальность. Именно так поступил 20-летний парень в Канаде, находясь за рулем электрокара «Тесла». Только вот на него в полицию пожаловались очевидцы. Мол, машина несется на приличной скорости, а кто ей управляет, не видно. Копы во время погони зафиксировали, что электромобиль двигался со скоростью 1500 км/ч. Не знаю как, но самоуправляющееся авто на полицейский хвост отреагировало и остановилось. За Соню в итоге оштрафовали и лишили прав на одни сутки. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.